остался еще один подарок. Здравствуйте, друзья! Как хорошо, что вы ко мне заглянули. Ведь скоро 8 марта, и я решила приготовить для мамы необычный подарок. Вам интересно, что это будет? Я хочу подарить маме комнатные тапочки. Вы тоже? Тогда давайте смастерим их вместе. Для этого нам нужно подготовить плотный фетр, декоративные снежинки, иголка с ниткой и ножницы. Чтобы угадать с размером, я обведу мамину туфельку. Это получился следок. Выкройка тапочка выглядит вот так. Отступив от носка 3 сантиметра с левой и правой стороны, нужно нарисовать язычки. Это будет верхушка тапочка. Все, вырезаем. Точно так же выглядит и второй тапочек. Со стороны они получаются похожи на букву Т. Далее берем иголку и сшиваем язычки вместе. Теперь они больше похожи на тапочки. У моей мамы уже есть тапочки с цветами, а вот таких со снежинками нет. Вы можете украсить по-другому, может, бантиком или большой пуговицей. Эти снежинки сделаны из фетра, поэтому я их пришиваю. Выбирая украшения, лучше брать такие элементы, чтобы их можно было пришивать. Так мама со временем сможет эти тапочки постирать, и они будут как новенькие. Мамочка теперь будет счастлива. Радуйте и вы своих мам и бабушек почаще. А прямо сейчас предлагаю сделать одну вещь. Пока я буду считать до 8, вы побегите к маме и скажите, как вы ее сильно любите. Обнимите и поцелуйте. Я жду. 1, 2, 3. Сегодня мы научимся делать слона. Поставим левую руку, чтобы кисть была под наклоном. Пальцы указательный и мизинец смотрят вверх. Большой, средний и безымянный вниз. Правую руку ставим на левую, как будто накрываем кисть, а мизинец сгибаем вверх. Посмотрим, что получилось. Это слон. Тени животных можно еще и оживить. Теперь вы можете придумывать свои истории и показывать вашим родным. Слонялся долго в джунглях слон, ломая заросли за слон. Бедняжка утомился и к пальме прислонился. Надевает эта крошка платье красное в горошек и летать умеет ловко. Это божья коровка! Привет, Ромочка! Привет, Настя! Поздравляю тебя! Пусть солнце греет, пусть радость дарит весна,
а улыбка друзей вдохновляет тебя. Спасибо тебе большое! Ты такой внимательный! Не сильно я уж такой заботливый. Маме подарок не успел приготовить. Не расстраивайся. Может быть, ты просто еще не придумал какой? Мне хочется подарить что-то особенное. То, о чем она мечтает. А о чем мечтает твоя мама? Мне пока она не говорила, но я и сам знаю. Слушай, а скажи, если не секрет. Она мечтает побывать в Париже, даже французский учит. Ух ты! Я знаю, что мы твоей маме подарим. Мы сделаем для нее подставочки под горячее с изображением Эйфелевой башни. Мне нравится твоя идея. Отлично! Тогда мы приготовим все, что нам для этого пригодится. Пробковые заготовки, двухсторонний скотч, ножницы и оберточная бумага. Сначала на эти бруски мы наклеим двухсторонний скотч. На двухсторонний скотч бумага приклеится с легкостью и не будет размокать, как от клея ПВА. Дальше мы делаем такого же размера квадраты из оберточной бумаги. Прикладываем бумагу к досточке и вырезаем нужный нам размер. Специально вырезали с запасом, чтобы картинка поместилась целиком. Затем с дощечек снимаем неклеющуюся часть двухстороннего скотча. И теперь нужно выступающие края обрезать ножницами. Вот, Ромочка, как тебе? Мне нравится. Я даже и не сомневалась. Держи. Спасибо. Настя, а ты не обидишься, если я пойду домой? Мне так хочется упаковать подарок. Конечно, не обижусь. Давай только поздравим наших женщин и девочек. Поздравляю всех девочек и женщин с 8 марта. Желаю всего самого лучшего. И я присоединяюсь к этим добрым поздравлениям. До новых встреч, наши дорогие. Пока! Пока!